Здравствуйте! Как обычно, в среду вечером вы смотрите программу «Прямой эфир» на Химкинском телевидении. Сегодня мы поговорим о развитии спорта в нашем городском округе Химки. У нас в гостях Виталий Лапшенков, исполняющий обязанности председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью. Здравствуйте! Добрый вечер! Прежде чем мы начнем наш разговор, я напомню, что телезрители тоже могут принять участие в нашей беседе. Для этого нужно просто позвонить нам по телефонам, которые сейчас вы видите на своих экранах. Это 575-94-94 и 572-66-28. Звоните, задавайте ваши вопросы. Ну, Виталий, давайте начнем с приятного. Мы знаем, что наши рэперисты, фехтовальщики, спортсмены взяли золото на универсиаде, который вот, по-моему, сегодня заканчивается уже в Казани. Вот расскажите, сколько всего медалей было завоевано? Да, все верно. Спортсмены нашего округа всего завоевали 5 медалей. Из них 3 золотые в командном зачете взяли наши фехтовальщики. Также бронзовую медаль в командном зачете завоевала наша химчанка Яна Егорян. И буквально вчера состоялся финал по баскетболу, где был представитель нашего округа Балашов Никита. И он завоевал в команде золотую медаль. Вы следили за ребятами, болели за них? Конечно, все время отслеживали и через интернет-трансляции, и через представителей, которые ездили в Казань. Все время с ними созванивались, получали последнюю информацию о наших достижениях. Они уже вернулись из Казани, и какие у них дальнейшие планы? Наши ребята-фехтовальщики уже вернулись, они сейчас находятся на сборах на озере Круглое и готовятся к чемпионату мира, который пройдет в начале августа в Будапеште. А планирует ли как-то администрация их поощрить какими-то, может быть, премиями или призами? Обязательно рассмотрим этот вопрос, есть определенные идеи, и опять же это будет стимулом для дальнейшего развития ребят и достижения новых вершин. Я еще раз напомню телефоны нашего прямого эфира. 575-94-94, 572-66-28, код города 495. У нас в гостях Виталий Лапшенков, исполняющий обязанности председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью. Виталий Владимирович, ну, а подобные достижения, да, невозможны без хорошей материально-технической базы. И развитие спорта, особенно массового, это один из приоритетов, который поставил перед собой в Рио губернатор Андрей Воробьев. Вот расскажите, у нас в Химках в этом направлении что-то делается, может быть, что-то реконструируется, какие-то объекты, или планируется строительство новых? На данный момент у нас полным ходом идет реконструкция стадиона «Родина», выполняя предвыборные обещания Шахова Олега Федоровича. Мы сейчас возвращаем данному стадиону облик старого стадиона «Родина», когда все жители округа могли приходить туда и заниматься спортом всей семьей. На данный момент там будут уложено новое искусственное современное покрытие. Вокруг поля будут легкоатлетические дорожки и спортивные ядра. И все жители смогут приходить туда и заниматься физической культурой и спортом. И, насколько нам известно, покрытие, оно будет какое-то особенное, то есть необычное, каким-то там современным технологиям. Оно последнего поколения, к тому же там уже, когда укладывался натуральный газон, был смонтирован подогрев, поэтому полем будет можно пользоваться круглогодично. А когда планируется завершить эти работы? Предварительная дата завершения работ 15 августа. Стремимся, чтобы сроки были сохранены. Ну, это что касается реконструкции, а строительство новых каких-то объектов, насколько мы тоже знаем, что в Химках планируется строительство 3 физкультурно-оздоровительных комплексов. На данный момент идет строительство ФОКа на улице Мичурина. Стадия сейчас нулевого цикла. И там планируется у нас крытый каток, бассейн и универсальный спортивный зал. Открытие три в одном, так называемый, да, это универсальный ФОК, практически аналогов нету. И
с открытием этого ФОКа многие желающие смогут опять же посещать там и заниматься, и развивать mm-hmm. массовый спорт. И также мы попали в программу 50 ФОКов по Московской области, временно исполняющей обязанности Андрея Юрьевича Воробьева. И на 2014-2015 годы у нас запланировано строительство ФОКа в микрорайоне Подрезково. Mm-hmm. То есть захватите не только Химки, но также и микрорайоны. Да, стараемся, конечно, развивать массовый спорт не только в старых и новых Химках, mm-hmm. а и захватывать территории, mm-hmm. чтобы все жители могли заниматься спортом. То есть Мичурино — это вот недалеко от лыжной базы «Снежинка». Это прямо рядом, по соседству да. находится, поэтому угу. будет единый большой комплекс. Угу. И этот микрорайон сможет проводить время и на «Снежинке», и на тройном ФОКе. Угу. А есть ли какие-то тоже сроки строительства, когда закончат? Ориентировочные сроки строительства планируется, наверное, к концу 2014 года. Угу. Потому что все многое зависит еще от финансирования. Здесь мы идем в программе софинансирования, и деньги идут федеральные. Угу. Как только финансирование поступает, работы идут полным ходом. Угу. А на самой лыжной базе «Снежинка» будет ли она как-то модернизирована, как-то, может быть, переделана? На данный момент лыжная база, в принципе, используется круглогодично, там установлено освещение, и жители, опять же, могут пользоваться даже в зимнее время до 10 часов вечера, угу. катаясь по освещенной трассе. Угу. То есть, я так понимаю, все делается, чтобы спорт был максимально доступным у нас в городе? Конечно, стараемся выполнять поставленные задачи и будем организовывать еще большее количество мероприятий, вовлекая жителей в занятия спортом, пропагандируя здоровый образ жизни. Я напомню, телефоны нашего прямого эфира 575-94-94, 572-66-28, код города 495. Говорим мы сегодня о развитии спорта в городском округе Химки. И у нас есть дозвонившийся. Алло, здравствуйте. Виталий Анатольевич. Здравствуйте. Владислав Анатольевич, простите. Мы вас слушаем, задавайте вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Владислав Анатольевич, город Химки. Я болельщик футбольного клуба Химки, еще на «Новатор» ходили. Но сейчас мы во втором дивизионе. Вот мне хотелось бы узнать, они первую игру сыграли с «Локомотивом-2». Как они сыграли, скажите, пожалуйста. И еще большая к вам просьба. Очень мало информации. Сейчас, говорят, будет бесплатно посещение. Хотя бы бумажное объявление пишите где-то, чтобы мы знали, когда, в какой день, во сколько и где. Спасибо. Вам спасибо. Спасибо. По поводу... Футбольный сезон начался. Все да. очень активно смотрят. Буквально недавно у нас прошла пресс-конференция футбольного клуба «Химки». Поставлены определенные задачи в следующем сезоне вернуться в первый дивизион. И в течение последующих 2 лет задача стоит выйти в премьер-лигу. Действительно, бесплатными являются матчи, домашние матчи футбольного клуба «Химки». Все желающие могут прийти на стадион. Начинает свой сезон футбольный клуб «Химки» на стадионе «Новые Химки». После реконструкции стадиона «Родина» матчи он будет продолжать там. Угу. По прошедшему матчу с «Локомотивом-2» счет у нас 2-2. Начали угу. с ничьей. Я думаю, в дальнейшем будем стремиться только к победам. Потенциал у команды есть? Конечно, есть. Набрали хороших игроков. Некоторые из них уже играли в предыдущие годы в «Химках». Угу. И ребята, конечно, хотят показать себя и доказать болельщикам, что они способны на многое. А что касается билетов, я так понимаю, вход на наши домашние матчи будет бесплатным? Полностью бесплатным. Информацию мы, опять же, размещаем и в прессе, и на сайте футбольного клуба «Химки». Но, пользуясь случаем, приглашаю всех болельщиков посещать и болеть, поддерживать наш любимый клуб. Угу. Вернемся к теме нашего прямого эфира, да, к развитию спорта. Как мы уже сказали, делается все для того, чтобы спорт был более доступным. Но мы поговорили о строительстве, скажем, крупных объектов. А что делается для того, чтобы спорт был доступен в каждом дворе?
нашего города? Вот буквально недавно спорткомитет запустил свой пилотный проект, это фитнес-зарядка. Угу. По телевидению уже не раз прошел сюжет. И опять же приглашаю всех жителей городского округа приходить по вторникам и четвергам в сквер Юбилейный в 10 часов и принимать участие в этой фитнес-зарядке. Комплекс упражнений подобран так, что любой желающий в любом возрасте сможет заниматься этой зарядкой. Угу. Продолжительность не такая большая, и каждый может в любое время, опять же, отдохнуть. Да, со скольки до скольки? Начинается в 10 утра по вторникам и четвергам, приблизительно 20-30 минут. Угу. А много жителей приходит? Набираем обороты, благодаря, опять же, вашей помощи, вашей информации, все больше и больше людей приходит, приходят разного возраста, и молодые, и среднего возраста, и даже пенсионеры уже стали подтягиваться. Надеюсь, что они будут приглашать своих знакомых, друзей присоединиться к ним. И как раз следующее будет завтра. Да. И, ну, вот буквально сегодня мы наблюдали за тем, как у нас в Химках внедряется программа «Турник в каждый двор». Давайте посмотрим сюжет, а затем поговорим об этом. Александр Курьянов ведет активный образ жизни, спортом увлекается для саморазвития. Во двор выходит несколько раз в неделю. В детстве такой возможности не было, вспоминает молодой человек. Возле дома стояла только одна скамейка. В последнее время ситуация изменилась в лучшую сторону. Саша уверен, занятия на турниках помогают химчанам поддерживать себя в хорошей форме. Это влияет на физическое здоровье граждан, потому что молодежь любит спортом заниматься, это нужно. Развивается молодежь благодаря этому. И все становится лучше в городе. Всего в округе установлено около 40 турников. Конструкции друг от друга не отличаются. Везде с тремя перекладинами. Адреса сотрудники спорткомитета определяют согласно обращениям жителей. В частности, со старшими по домам. В ближайшее время турники появятся на улицах Молодежная, Чапаева, Парковая, 9 мая и Марии Рубцовой. Как можно заметить, турники в химкинских дворах не пустуют, тем более летом, когда погода позволяет заниматься столько, сколько на это хватает свободного времени. Ну а мы, телевизионщики, люди занятые, поэтому наш оператор, пользуясь случаем, тоже решил приобщиться к спорту. Екатерина Юшина, Алексей Козеров, служба новостей. Телефоны нашей студии. Говорим мы сегодня о развитии спорта в городском округе Химки. У нас в гостях Виталий Лапшенков, исполняющий обязанности председателя Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью. Ну вот, посмотрели мы сюжет, да, турник в каждый двор. Расскажите поподробнее, что это за программа и сколько планируется таких турников еще установить? Программу мы запустили в прошлом году, установили 30 тройных турников по территории городского округа Химки. В этом году Олег Федорович дал поручение продолжать устанавливать турники. И запланирована установка 20, опять же, тройных турников и 20 акробатических брусьев. Адреса установки согласовывались с жителями городского округа, рассматривались заявления, поступившие на горячую линию, и в соответствии с этим будем учитывать все пожелания и по максимуму удовлетворим все потребности жителей. У нас есть еще один звонок, к сожалению, сорвался, но мы его обязательно ждем, мы надеемся, вы нам перезвоните. Телефоны 575-9494, 572-6628, код города 495. Это что касается турников, да, очень много вопросов от жителей нашего города поступает по поводу велодорожек. Это тоже, скажем так, развивает доступный спорт у нас в городе. Планируется ли внедрение такой программы, чтобы можно было от одного места отдыха переехать, поехать к другому? Тоже уже работали над этим проектом. Естественно, хотим это осуществить. И будем думать, как это сделать, опять же, без ущерба для автомобильного транспорта, потому что, сами понимаете, улицы у нас
узкие, и выделить пространство для велосипедистов иногда не представляется возможным. Но обязательно будем проговаривать из ГИБДД этот вопрос, чтобы наши жители по максимуму могли закупить велосипеды и воспользоваться этими велодорожками. Но как бы не только закупить, может быть, еще будет и организован прокат? Конечно, будем организовывать и соревнования, велопробеги. Все будем делать на высшем уровне. Я еще раз напомню, телефоны нашего прямого эфира 575-94-94, 572-66-28, код города 495. Звоните, задавайте ваши вопросы. Виталий Владимирович, по поводу, опять же, возвращаясь к массовому спорту, сейчас лето, и очень многие хотят проводить это лето активно. Какие мероприятия у нас в городе проводятся? У нас проводится много мероприятий. Опять же, повторюсь, про фитнес-зарядку. Приглашаю всех желающих. У нас проходит спартакиада среди жителей городского округа по нескольким видам спорта. У нас организуются легкоатлетические кроссы на стадионе «Снежинка». У нас проходят туристические слеты для, опять же, молодежи и для жителей городского округа. Также у нас на пляже парка имени Толстого организована дополнительная волейбольная площадка, то есть все желающие могут там поиграть в пляжный волейбол. И будем развивать спортивно-массовые мероприятия, увеличивать их количество на территориях. Уже вот непосредственно с руководством территориального управления Подрезково намечен план по увеличению спортивно-массовой работы. А как узнать вот, о планах, о каких-то грядущих спортивных мероприятиях? Информация вся в доступе на нашем сайте спорткомитета. Также мы даем анонсы на сайте администрации и в наших местных газетах. И что касается вот, спортивных мероприятий. Сейчас идет пора летних оздоровительных лагерей. Вы наверняка же тоже для них организуете соревнования, чемпионаты, турниры? Конечно, среди летних оздоровительных лагерей тоже проходит спартакиада. Ребята играют в мини-футбол, пионербол, настольный теннис. У них проходят веселые старты в несколько этапов. И буквально недавно сборная, скажем, нашего округа Химки ездила в Звенигород и заняла среди оздоровительных лагерей призовые места. А по каким видам спорта они проходят? Они, опять же, вот как я перечислил, это мини-футбол, пионербол и веселые старты. Веселые старты включают в себя уже несколько вот этапов. Это и бег, и соревнования различные. Да. А у нас есть звонок от телезрителя. Добрый вечер. Алло. Да, добрый вечер. Добрый день, добрый вечер. Как вас зовут? Валерий меня зовут. Очень приятно. Задавайте ваш вопрос. Когда я был молодой, лет 30 назад, мы ходили вечерами, чтобы не коротать по подъездам время, мы ходили вечерами в свою школу, в спортзал. Нам просто мы договаривались с директором, нам доверяли, мы там учились, нас поголовно всех знали в лицо. Почему это не внедрить сейчас? И чем это чревато? Кому это будет? С какой стороны это неправильно будет? А ваш вопрос поконкретнее. Вы хотите, чтобы спорт развивался в, да, непосредственно в школах? Да, я хотел бы, чтобы нам открыли, скажем так, нашим детям открыли спортзалы в своих школах и доверяли ключи. Угу. Спасибо. Как вам такая идея? Опять же, у нас есть учреждения, которые занимаются в послеучебное время и организуют там секции по различным видам спорта. И практически во всех школах городского округа есть такая организация спортивных секций. Поэтому, что касается в плане доверения ключей, это уже надо непосредственно общаться с управлением по образованию. Все-таки они тоже несут ответственность за материальную базу. А то, что касается секций во всех школах городского округа, повторюсь, эти секции по различным видам спорта организованы. Ну, это понятно, что, может быть, в целях безопасности сотрудники школ не хотят, может быть, доверять ключи. А есть ли в городе какие-то учреждения, куда можно действительно бесплатно, доступно прийти и позаниматься?
и где это можно сделать? В скором будущем это можно будет сделать на стадионе «Родина». Угу. Будет открыт для общего доступа. Также есть у нас молодежные центры, куда жители могут прийти и заниматься не только спортом, но и участвовать в творческих секциях. Будем думать в этом направлении, как еще развивать и привлекать наше население, чтобы они смогли свободно заниматься в дневное и вечернее время. У нас буквально остается чуть меньше 10 минут до конца прямого эфира, поэтому телезрители, которые хотят задать вопрос о спорте, пожалуйста, звоните, не стесняйтесь. 575-94-94, 572-66-28, код города 495. Помимо спорта, да, вы занимаетесь еще и молодежной политикой. Вот расскажите о... скажем так, занятости нашей молодежи в городе, чем сейчас может молодежь заняться? Летней трудовой кампанией у нас занимается Центр психологической поддержки и профориентации молодежи «Луч». Угу. Они уже не один год организуют летнюю трудовую кампанию. В прошлом году было трудоустроено порядка 300 ребят, школьников. На этот год у нас было выделено большее финансирование, и планируется уже трудоустроить 500 ребят, может быть, и больше получится. Вот, в июне месяце было оформлено ребят порядка 150, угу. В июле месяце уже будет 200 с лишним ребят трудоустроено. А куда их трудоустраивают, чем они занимаются? Это учреждение организации нашего городского округа Химки. Они еще весной начинают подавать заявки. Центр «Луч», и уже на основании их заявок формируются бригады. То есть у ребят есть бригадиры, которые проходят обучение, и уже непосредственно, начиная с летних месяцев, они выходят в эти учреждения. Перечень дел, которые могут ребята осуществлять, невелик. Вот они могут, допустим, вытирать пыль, помогать проводить какие-то мероприятия, не могут, естественно, таскать какие-то тяжести или работать с вредными веществами. Но учреждения находят ребятам применение, они не остаются без дела. Все очень довольны, получают заработную плату. Я так понимаю, да, это не бесплатно. Примерно сколько они получают? Получают порядка 5000 рублей. Это с вычетом 13% налога и с добавкой за неиспользованный отпуск. Это все идет с оформлением трудовой книжки, то есть целый процесс. А сейчас еще можно воспользоваться возможностью и пойти поработать? Буквально в апреле-мае месяце уже все заявки на все лето практически укомплектованы. И в случае только отказа ребят от работы, можем взять тех, кто не успел подать заявку. То есть, если кто хочет, уже на следующий год? Можно попробовать позвонить на август. Если будут, опять же, ребята отказываться, мы всегда готовы взять дополнительно. Отлично. И у нас еще есть звонок от телезрителя. Владимир Николаевич, алло. Отбили, что ли? Нет, Владимир Николаевич, мы вас слушаем. Говорите, задавайте ваш вопрос. Алло. Владимир Николаевич, вы нас слышите? Алло. Владимир Николаевич, да, мы вас слушаем. Вы нас слышите? Алло, Владимир Николаевич. Ладно, перезвоните нам, по-моему, какие-то проблемы со связью. Итак, по поводу, возвращаемся к досугу молодежи. Можно ли попасть на какие-то экскурсии по культурным местам у нас в городе? Да, как у это нас этим организовано? Этим занимается Центр туристско-экскурсионного обслуживания. Он организует экскурсии для школьников и для жителей городского округа Химки. Эти экскурсии очень познавательные, они проходят как по городскому округу, так и по Подмосковью и по Москве. Угу. Опять же, по заявкам и по желанию жителей экскурсии могут быть организованы и по Садовому кольцу, и по ближайшему Подмосковью. Да. Поэтому всегда разрабатываются новые маршруты, интересные, с учетом пожеланий, опять же, экскурсантов. Угу. А для социальных и незащищенных категорий граждан существуют льготы и даже бесплатные
экскурсии. Угу. Опять же, об этих экскурсиях можно узнать поподробнее у вас на сайте или Конечно, позвонить на вам? Сайте у нас есть вся информация и контактные телефоны этого центра. Угу. И мы знаем, что наша химкинская делегация молодежи поехала на Всероссийский форум «Селигер-2013». Да. С какой программой они там будут принимать участие? Мы отправили ребят, порядка 50 человек, на неделю участвуют в программе «Все дома». Эта программа основана на жилищно-коммунальном хозяйстве, то есть обсуждаются, опять же, проблемы ЖКХ. Ребята участвуют в семинарах, слушают познавательные лекции, могут задавать там вопросы и пополняют свои знания для дальнейшей реализации их здесь, в нашем городском округе Химки. Угу. У нас есть Татьяна Николаевна на проводе. Алло, здравствуйте, Татьяна Николаевна. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Меня вот какой вопрос интересует. Для школьников прекрасно, что здесь кружки, там, гимнастика, но несколько дороговато вообще-то идет. А какие кружки вы имеете в виду? Ну, например, гимнастику в 12-й школе. Учитель физкультуры проводит этот кружок в своей школе. Ну и больше 1000 рублей в месяц. Это дорого. Угу. Тем более для своих учеников в школе. Угу. А что бы вы хотели? Что мы хотели? Ну, мы вообще-то слышали, что учащимся именно этой школы кружок должен быть бесплатный. А вот пришлым, которые вот с других, но за какую-то дополнительную плату. Но не такую дорогую. Вот в Пионере, ну, реальные цены там, по 800 рублей в месяц, это куда ни шло. А за 1000, это уже дороговато для маленьких школьников. Но мы поняли, что вы имеете в виду. Спасибо. Третьего класса, четвертого. Спасибо. Спасибо. У нас утверждено постановление о тарифах на все услуги. Мы руководствуемся им в предоставлении, угу, опять же, всех этих спортивных, угу, секций нашим школьникам, нашим детям. И там, насколько я вот знаю, все цены достаточно приемлемые и невысокие. А это кто-то контролирует, если, например, идет превышение вдруг тарифов? Это кто постановление, положение согласовывается с прокуратурой, и они рассматривают все эти цены и утверждают. У нас, угу, все это в рамках законодательства идет. Угу. Виталий Владимирович, у нас буквально 2 минутки остается. Еще раз хотелось бы узнать, как наша молодежь химкинская попала все-таки на Селигер, как они туда поехали, кто обеспечил транспортировку? Этим вопросом занимался отдел по работе с молодежью спорткомитета. Они искали инициативных, целеустремленных ребят в городском округе, обзванивали их, собирали информацию и помогали им заполнить определенные документы. Транспортировкой, опять же, занимался отдел по работе с молодежью, угу, заказывали автобус и уже везли ребят непосредственно на Селигер. Угу. Ну и в конце нашего прямого эфира, если у вас есть какие-то обращения к нашим жителям, советы, пожелания, пожалуйста, у вас есть минутка. Обращения, конечно, есть. Занимайтесь все спортом. Мы пропагандируем здоровый образ жизни. Приглашаю всех на нашу фитнес-зарядку. И в скором будущем приглашаю всех на стадион «Родина». Заниматься спортом, укреплять свое здоровье. Спасибо вам большое. А мы вас ждем у нас в прямом эфире в качестве гостя. Наши двери всегда открыты. Я напомню, что у нас в гостях был Виталий Лапшенков, исполняющий обязанности председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью. А мы с вами прощаемся. До новых встреч. Буквально через 15 минут после нашего прямого эфира смотрите программу «Химки. День за днем». Всего доброго и берегите себя.